Доброго времени суток, с вами Алина, и сегодня мы продолжаем играть Vampire The Masquerade Bloodlines. Мы вновь в подземелье, в катакомбах и в жуткой-жуткой канализации. Заиграла страшная музыка и некий... Фу, как мы его разнесли. Ну, туда ему и дорога. Тут как-то меня немного обломали с кровью. Но ничего. Итак. Мы получили какой-то блокнот и несчастное тело человека, у которого двигаются текстуры. Явно нам его оставило. Давайте поглядим, что это. Блокнот. Похоже, это записки сотрудника департамента водоснабжения Лос-Анджелеса весна 2003 года. Понедельник 23. Сегодня начал проверять достоверность свидетельств о странных происшествиях канализации. Начал с квадрата 13. После полудня перейду в 14 и 15. Так, в квадрате 13 все нормально, квадрат 13 в порядке, но в различных точках 14 и 15 квадратов слышны неопознанные шумы. Связался с диспетчерской, чтобы узнать, не присутствуют ли в этом районе другие инспекторы. Подтвердили, что больше никого нет, отметил координаты. Завтра проверю 16-й. Как интересно, завораживает. Странные шумы, несомненно, животного происхождения, снова слышны в квадрате 16. Я видел нечто похожее на животное на пересечении тоннелей 64А и 64Б, но дальнейшие поиски ничего не дали. Нашел странные отпечатки в грязи в углу тоннеля, похожие на отпечатки рук, но в темноте сложно было рассмотреть их как следует. Найдены еще следы в тоннеле 73G. Они вели в проход, ведущий, похоже, в более старую часть канализации. Связался с диспетчерской, узнать, нет ли у них планов старой части канализации. У них не было. Попросил совета, как действовать дальше. Велели завтра продолжить осмотр, приняв дополнительные меры предосторожности. Начал осмотр старого района канализации этим утром. Снова увидел то, что не посчитал животным. Хотя и не знаю, как точно его классифицировать. Кожа гладкая, почти как у рептилии. Я слышу его постоянно, словно оно следит за мной. Но эхо не позволяет точно оценить расстояние. Чувак, за тобой руки-ноги следили. Не смог связаться с диспетчерской по радио, так что не могу проверить. Чем дальше я углубляюсь в старую канализацию, тем отчетливее становится запах. Наверняка недавним ливнем в канализацию смыло останки какого-то животного. Продолжаю осмотр. Нашел источник запаха, похоже, это человеческие останки. Немедленно пытался связаться с диспетчерской, но не смог к ним пробиться. Возможно, тело принесло водой, но раны огромные, рваные раны указывают, что животное недавно питалось телом. Я отметил координаты тела и немедленно возвращаюсь доложить о найденном. Кажется, я заблудился в старых тоннелях. Многочисленные попытки вызвать диспетчерскую закончились безрезультативно. Животные шумы, которые я слышал раньше, снова стали приближаться, и я опасаюсь, что за мной следят. В качестве меры предосторожности я достал из кобуры оружие. Опасный человек. Определенно заблудился, возможно, еще глубже забрел в старую канализацию. Что-то следует за мной, я знаю. Не могу связаться с диспетчерской. Кончаются батарейки фонарика. Боже, помоги! Видел тварь, какое-то чудище, клыки и кровь. Не могу выбраться, кончился свет. Не могу ни с кем связаться. Пожалуйста, о боже, что это? Та! И записи обрываются, забрызганные чем-то похожим на кровь. Я потеряла много времени, читая это. Но незавидная была у тебя участь, дорогой. Так, хорошо, мы выяснили, что здесь обитают руки-ноги, поэтому давайте возьмем топор и пойдем к нашим друзьям. Крыски, крыска, накорми меня. Я так голодна. Что-то, кстати, как-то плохо ими питаюсь. Вообще крови не дают. Вы меня испугались? Ну, подождите, крыски. Ладно,
устала заниматься животным вредительством. Я лучше найду себе очередную жертву. Вообще все это безумно напоминает мне атмосферу замечательной книги «Оно» Стивена Кинга. Как вы заметили, я уже очень часто сравниваю все со Стивеном Кингом. Да-да-да, я читала абсолютно все его книги, кроме последней. Ну вот так у меня в жизни получилось. Что стоишь? Стоит, скучает. А... Ого, у меня магический топор. Топор действительно магический, из двух ударов. Ну что, кто на меня, кто? Всем покажу, всем врежу топором. Не помню, какой у меня навык взлома. Ну, собственно, и помнить-то не надо. Я очень давно не играла, ибо я даже на данный момент страшно болею, у меня еле голова соображает, что делать, ибо температура, нос и все такое прочее. Но я стараюсь. Я соскучилась по этой игре. Мы нашли еще какой-то журнал. И похоже на журнал еженедельных отчетов Лос-Анджелесского департамента водоснабжения за 1957 год. Ну, я думаю, зачем нам читать его? Сейчас я быстренько пробегусь, наискосок прочитаю и расскажу вам, о чем речь. А вы можете запаузить и почитать, собственно, сами. Почему нет? Ну, собственно, вся история здесь в основном в очередной раз, как здесь встречали в канализации наших замечательных друзей, которые явно бегают где-то здесь, неподалеку. А вот и ты. Ты ж, как же они набрасываются. Получай. Кто на новенького? Да вот двое. Ничего себе. Да... Какое право ты имел напасть на меня? Никакого. Я видела, что в какой-то из труб... Да, есть свет в конце тоннеля. Давайте слазим, посмотрим, что там в принципе находится. Хотя там решетка. А вдруг она открывается? Я просто очень плохо помню. Канализация считается вообще очень многими фанатами игры, теми, кто там ее до дыры уже прошел, одной из самых, наверное, неприятных локаций. Не знаю, первый раз, когда я играла в своей жизни, она мне безумнейше понравилась. Понятно, ничего не открывается, так что придется идти обратно. Вот именно вот эта вот мистическая музыка, нагнетание атмосферы, сферы, страшные коридоры. Мне вспоминается одно мое приключение в далеком-далеком детстве на старых заброшенных зернотоках. Я залезала в канализационные люки на спор. Вот там было нечто подобное, очень страшное и в то же время интересное. Так что никакого отвращения особенного я не испытываю. Ну? Что? Ты мой хороший, и ты мой хороший. Вы прям хотите объять меня своими необъятными объятиями? Получай. Еще так. Шикарно. Я обожаю этот замечательный топор. Да ну тебя. Теперь я осознаю, какого толка я сюда вообще шла. Блин, отстань. Так,
Все равно каким-то образом надо пролезть через канализационные люки. Здесь я видела сейчас, когда мы шли, спускались вниз. Вот. Ну, давайте влезем в любой. Давайте в этот. Да, какая-то клаустрофобия. А можно я останусь здесь? Хоть и вампир я, но я боюсь. Спасите меня от этого страха. Угу, вижу жертву. Водичка такая шейдерная. Откройся. Сезам, откройся. Сим-сим, откройся. Ничего себе. Все синхронистки явно мне завидуют после этого. Хо-хо. Надо же, мы быстро довольно-таки прошли эту первую часть, если бы не этот блокнот, который я читала минут 5, то еще быстрее. Да, я до сих пор помню, что у меня не вызывает никакого отвращения эта канализация. Нет в ней особой противности. Хотя, мне кажется, я рано радуюсь. Довольно странно ты, моя милая, лазишь топором. Что, кто? Боже мой. Иди, прогуляйся. Что за... Я вот скажу это жуткое неприятное слово. Ушлёпок. Как его еще назвать? Огреби по голове. Мышка сходит с ума. Прошу прощения. У меня кот 2 дня назад немного подгрыз провод. И теперь мышка страдает. Как ты глуп. Ты поплатился за это. Дураки. Угу. Лесенка чудесенка собственного произведения. Только что-то я на нее залезть не могу. Как бы мне не помереть здесь, зная кривизну данной игры. Здесь можно умереть и не от такого. Текс. Запрыгивай, давай. А я тебя вижу. А я тебя вижу. Расселся, как курица какая-то. Вот за что люблю Vampire the Masquerade Bloodlines, здесь не влияет на прокачку убийства всех этих... Варить дурацки. Да вы что? Да ну тебя, да получи. Такой беспардонный экшен топором сейчас происходит. И явно будет длиться он еще достаточно долго. Да что ж такое-то? Сколько вас здесь? Ты еще в текстуре подзависаешь. Руки-ноги повсюду летают. Отстань от меня, да и ты отстань. Как-то довольно сильно они меня бьют. Это мне прям страшно не нравится. Стрёмные. Ну, чёртовы цемицы, натворили как всяких гадостей. А мне разгребать.
Ты тоже тут? Ну, конечно. Так, я вдруг осознала, что я особо не самурай, и мне надо немножко выпить крови. Да, пошел погулять вечером домой. Они вечные, они меня достали. Вот ты меня точно достал, давай здесь с тобой вместе в яме посидим. Бле. Конечно, есть какие-то непроработки, я абсолютно согласна, потому что часто я здесь падаю в какие-то текстуры. Довольно кривоватенько все сделано. Можно что-нибудь открыть? Можно. Здорово. Что здесь? Здесь черная пустота. Ясно. А здесь? Вентили не крутятся. Хорошо. Начинаются подлагивания. Прошу прощения за то, что происходит. Что это за лаги такие неприятные? Из-за этих молний, магические молнии. Вампиру больно. Отвяжись от меня. Так, срочно быстро выпить крови. Бестолковые черти, ну как еще назвать? А электричество есть возможность выключить? Сим-сим, открывайся. Как классно уметь взламывать замки. Ну вот и прекрасно. Так, посмотрим. Памп 118А. А смысл, если я это могу включить здесь? Помпы включены, помпы выключены. Я вот помню этот момент, поэтому более или менее постараюсь сделать его побыстрее. Здесь надо успеть так подпасть, чтобы помпа заработала, но как-то там попасть, вот, по-моему, или сюда, или вправо, или влево, я не помню. Ладно, надеюсь, я не ошиблась. И выплыть, да, наверх. Отлично. Это получилось с первого раза, это супер. Когда я играла, только начинала вообще, и в этом месте я ковырялась, по-моему, баснословное количество времени. Просто был какой-то адовый ад. Да, извините, если я изредка могу чихать или кашлять. Настолько все у меня неприятно на данный момент. Здоровье. Здравствуйте, месье. А каким образом такой огромный жирный чел исчез и оставил за собой маленький скелетик? Магия. Все это вампирская магия. Как глупо. То есть надо присесть, чтобы пройти? Ну ладно. Прыгает мой любимый лягушонок.
Привет, привет, я так рада тебя видеть, а ты меня нет. Черт, здесь еще жирный, и он в меня чем-то попал. И это страшно неприятно. Получи влево-вправо маги крови по-всякому. Хм, довольно действенно. О, привет. Что они здесь прям поселились? Еще один журнал. Ну, я, в принципе, уверена, что там написано о путешествиях местных несчастных канализационных уборщиков или что-то в этом роде, бригадиров. Да, департамент водоснабжения, извиняюсь, теперь это 32-й год. То есть исчезновение рабочих, просто отсчеты. Опять же, я промотаю вниз, вы можете запаузить в любой момент. Почитайте, если вам это интересно. Это единственный мудрый человек, он уволился. То есть решил не ждать момента, когда руки-ноги его съедят. Вообще все это несколько нелогично, потому что если верить вот этому вампиру, главарю клана Цимицы, то он сказал нам, что сам специально сделал руки-ноги для того, чтобы... для того, чтобы уничтожить Носферату во времена правления князя Лакруа. Ну, во всяком случае, я поняла это так. Но тут то ли временные рамки не сходятся, да они не то ли не сходятся, они абсолютно не сходятся. Ну ладно, будем считать, что клан Цимицы практиковался на подобных извращениях всегда. Что, в принципе, правда, потому что клан странный. Главное заповедное. Ага. Здрасте. Как-то я не хочу с толстячком сейчас сражаться. Да чтоб тебя. Подозреваю, что здесь как-то или я очередной журнал найду, или вообще массу крыс просто потрясающего, очень интересно. Так, а я не могу здесь как-нибудь вылезти? Нет, могу только посмотреть, что там какой-то зал находится. Хорошо. Уговорили. А что у нас в листе? Ну, в принципе, опыта 9, хорошо. Не имеет смысла пока ничего распределять, очень мало опыта. Огреби. Хоть бы какую-нибудь замечательную канализационную плюшку мне оставили, но... жадный, жадный народ разработчики не подкинули ничего. А можно я как-нибудь это на свободу? Нет? Ну, ладно. Хорошо. Какой у тебя приятный голос, красавица. У вас, простите. Что это было? Что это было? Я себя сейчас почувствовала или читером, или просто я себя почувствовала мега-супер-вампиром. Ну хорошо, будем считать, что так оно и надо.
вижу, светится. Ой. Так, зная себя, я сохранюсь. Зная себя, лучше сохраниться. Умею я умирать в самых глупых местах. Что? Я слышала, что-то упало. А, это я могу балки опрокидывать? Ничего себе. Такая вроде тощая девушка балки может опрокидывать. Я ненавижу бочки. Все. Ну да. Не хочу туда. Вот оно. Это грандиозно. Я же вам говорила, я обязательно умру. Упаду. Я убью любую тварь здесь. Ну, может быть, не любую, но... Боже мой, что же это за глупость моя жизненная? Это как в старом-старом Вольфенштейне. Тот, который, ну, конечно, не Вольфенштейн 3D, а Return to Castle Wolfenstein. Моя самая любимая смерть была в этой игре упасть с лестницы. Упасть и разбиться, да. И никакие суперсолдаты меня не останавливали. Меня останавливали лестницы. Или уступы, или сторожевые башни. Ну, почему бы и нет. Так. Угу. Мы все глубже и глубже продвигаемся. Ой-ой-ой. Ну как-то мне эта яма не нравится. Лестницы нет! Слава богу. Слава вампирским там всевозможным умениям не умирать в глупых местах. Настолько нелепо. Так, давайте. Угу. Я бодра, весела и жива, что мне нравится больше всего. Что у нас с сосудом мерзости? 4 капельки крови. Отлично. Всегда пригодится, но крысы пригодятся тоже. Нет, чтобы мне... О боже, какая же я глупая, как пень. Я не нашла лестницу. Оказывается, не обязательно прыгать через вентиль. Здесь какая-то лестница была. В этом вся я. Ну вот, обязательно было нападать, когда я ем свою вкусную крысу. Паучи. Придурок. Иди отдохни, женщина. Ну а с вами я разберусь своим любимым топором. Как я люблю это оружие. И уже очень-очень хочется на ночные улицы Голливуда. Хочется прогуляться, там успокоиться, посмотреть на прекрасную жизнь. И нет же, меня заставляют родители убивать всевозможных уродливых придурков. Я на вас зла. Вот. Перекрутись. О боже, еще и ты! Хочу крови, дайте крови. Не хочу крыс, я хочу нормальной, питательной, вкусной еды. Что происходит? Что здесь за тупики какие-то? Коридоры и все непонятно.
Ну ладно, значит, я иду обратно. Только я уже запуталась, где мне спускаться. Все, нашла. Мой сладкий топор. Я люблю тебя больше всех. Отстань от меня. Как я люблю, когда ты зависаешь. О, нет, 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 у меня закончилась кровь. Ну вот, за этих дур мне приходится пить кровь из пакетов. Что совершенно не хотелось сделать. Они здесь вечные. Ладно. Прощай, эликсир древних. А здесь, оказывается, были крысы. Как все несправедливо. Опять какой-то подъем наверх. А, у меня галлюцинации? О, ребята. Ребята убивают парня. Который сам почему-то изничтожился. Чего он умер-то? Я ему помогла вообще. Магнитный ключ. Видимо, какой-то ошметок Носферату здесь носился и сам не понимал, что он здесь делает. Привет. Я на тебе... А, ты меня отравил. Заработаю немного крови. По-моему, уровень получения сосуд мерзости зависит от количества нанесенных ударов. Во всяком случае, если я не ошибаюсь. Ну вот сколько? Там, наверное, уже единичка должна быть. Точно. Здорово. Как, мои любимые подруги меня здесь уже встречают или нет? Конечно, встречают. Какой был глупый вопрос. И весьма риторический. Ни одну не хочу больше видеть. Хочу крыс. Хочу крыс. Дайте мне крыс. Простите, крыски. Новая флеш-игра. Догони крысу. Чем люди занимаются в офисе? Они догоняют крыс. Как-то я не особенно подняла, конечно, свою линию, но ладно. Вот последняя моя жертва на сегодня. Спускаемся опять все ниже и ниже. Да что ж такое? Я когда... О! Скучаешь? Тебе нечем заняться. Встреться с вампиром клана Тремор. Он будет рад обеспечить тебя должным вниманием. Ах, как хорошо. Больше здесь нет никого. Неосовременный стиль. Вентили. И... крысы. Кто откажется поковыряться в компьютере? Ну, это не компьютер совсем, чтобы так. Там камеры видеонаблюдения, на котором повис синий экран. Бедная Носферату. И все ниже и ниже. Окей, вы увидели меня. Друзья мои, теперь это напоминает Silent Hill.
Джеймс тоже любил прыгать во всевозможные ямы. И нас встречает подземный причал. Довольно-таки атмосферно. Давайте на сегодня на этой замечательной ноте заканчивать нашу встречу с вампирами и их миром. Хорошего вам дня, утра, вечера или ночи, смотря в каком состоянии вы находитесь. И ставьте пальцы вверх, если вам понравилось данное прохождение. Буду рада видеть снова. Всем пока!